Молодец. Молодец. Молодец ты, да. Видно, что есть образование. Видно, да. Да, хороший у тебя голос. Давай. Давай, пой теперь ты. Пой, пой. Василий, может, ты хочешь подпеть? Так. Вот так выглядит петух, когда на него напал пухоед. Вот у него спереди такой немножко растрепанный Павлик. У него спереди такой растрепанный вид. Непонятно. Так, вот тут сидят курчонки, курочки, а петухи сидят в парнике, потому что петухов много, и они обижают курчат уже, обижают, сильно обижают. Вон как обидели Терезу, содрали ей кусочек скальпа и помазали зеленкой ей череп. Вот так, да, скажет Тереза? Поэтому сидят здесь. В сарае сидят.